Йоу, гайз, с вами Шумики, мы продолжаем рейдить игру под названием Sonic Mania. И, скорее всего, я в эту серию добавлю два своих очень сильных фейла, из-за чего мне пришлось проходить эту главу два раза. Ну, как главу, зону. Скажу вам, это неприятно. Когда ты вот-вот убил вот уже босса, босс мертв, и ты умираешь. Ну, клан. Второй раз не так было. Второй раз я уже умер из-за того, что мне враг не дотронулся, а я как-то умер. Не дотронувшись, то, что мне еще враг даже не дотронулся. Дело в том, что... Я просто с этого уже загорать начинаю, с этой игры. Мне кажется, это не самый, наверное, сложный уровень, хотя... Кто его знает? Мне что-то такое предчувствие, что это пока что самый сложный уровень. А если взять море? Да нет, даже море не такое жесткое, как это. Так, ну пламя, я надеюсь, я не потеряю. Даже если потеряю, то смысл какой мне от него. Уличку! Тихо, тихо, вниз, вниз, вниз. Вниз, спустись! Ясно. Ясно. И получить мне изумруд. А вы же знаете, что, по идее, что, чтобы пройти именно игру полностью, чтобы увидеть ее настоящую концовку, мне нужно собрать все кристаллы хаоса. И только после этого мне откроется истинная концовка. Истинная концовка там, короче, когда я соберу все куски хаоса, если взять даже мультфильм Sonic X, если не ошибаюсь, там получается мы это. А чего я урон получил? Ладно. Так, о чем мне? А, куски хаоса, и я, короче, стану, ну, суперсоником, типа, как такой бить желтый. Ах, постараюсь, пускай падает. Ну, я просто охереваю этого босса, это... Упадешь в воду? Умрешь. Не упадешь в воду? Тебя заставят упасть. То есть без выхода там. А, да, видите этот воздух, который начал появляться? Так вот, мне нужно сейчас собирать одни херовинки. Ну как собирать? Активировать. Сейчас, если будет, я покажу. Вот, вот, вот. Такие. И тогда все пропадает. А, только сюда нужно. Окей, поехали. Интересно, можно вообще пройти Соника, никого не убивая, кроме... Ну, конечно, включая этих боссов. Да ё-моё. Было бы интересно посмотреть. Без убийственного босса. А так, подождите, и можно и не убивать. Можно взять Наклса и с помощью Наклса убивать врагов. Лоу. Так это... Челлендж. Только интересно, кто на него согласится. Ой-ой-ой. Так, не-не-не, ребят, я поехал назад. Потому что я, не, скорее всего, не успею до следующего. Так, начинается тахерь. Так, поехали. Оп. Бум! Короче, я освобождаю воздух от этих херовин. И если я не освобождаю, у меня начинает заканчиваться хпшка. Воу.
Нет, 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 нет. Ай, ладно. Тихо, тихо, верните. Ух! Ай-яй-яй. А теперь очень важно, ребята. То, что я умираю? Супер бустер, блядь, Соник. Сдох чисто из-за того, что он... Фейл, фейл, фейл. Все, спасибо, 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 спасибо. А мне больше никак не подняться, да, наверх? Ой! Оп. Поехали. Посрать. Посрать. С одним кольцом доеду. Вверх, 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 вверх. Как-то я долго здесь нахожусь, слушай. Уже заебался. Ю-ю-ю! Ю-ю-ю-ю-ю! Тихо, тихо, тихо! Так, сохранялка. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп-оп. Оп-оп. Тихо. Так, норма. Ах ты, зараза. Быстрее, можно. Тихо. Быстрее, быстрее. Вниз, 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 вниз. Успел. О, видите, начало опять мигает. Вы же не видели. Это, короче, монетки начинают забираться, если оно мигает. Хотя, я думаю, монетки может и стоит собирать. Ну, конечно, не так, как я, потому что я... Все монетки собраны, уже потерял, можно сказать. Оп. Готово. Фух. Так, все. Сейчас будет жопа. Работяга, работяга. Что первым делом мне нужно сделать? Ой, кстати, это не тот момент. Это лазер. Знакомьтесь. Вот это мне теперь нужно уничтожить. Не успел я. Один удар есть. Еще осталось два. Три. Эту можно хер не бояться, она дружелюбная. Главное успевать прыгать. Раз, два. Главное в ловушку тут не закрыться в себе, а то я сдохну просто от этой херни. Окей, поехали. Раз. Кольчики. Все, больше он меня пулять не будет. Опасная. Ты опасная. Все, уходи. Тупор лазер. Почему ты так быстро начал стрелять? Не-не-не-не. Оп. А что такое? Все? Так, это плохо. Оп. Оп. Угу. А так бы я сейчас опять лоханулся. На, подохни. Неужели, неужели?
Ладно, монетка. Я... Лава риф. Лавовые рифты. Ну ладно, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. До новых приключений в Сонике. И сейчас должна появиться после этих слов... Может быть. Там, где лоханулся. Ладно, давайте. Всем пока.